Ревность до добра не доводит. Пьяная жительница Петропавловска несколько раз ударила ножом своего мужа, в результате чего он умер. По версии следствия, 21 марта уроженка краевого центра, находясь в жилом доме совместно со своим супругом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве ревности, взяла нож и нанесла последнему не менее 4 ударов в область груди и спины, в результате чего наступила смерть потерпевшего. Есть сила. Водка-то стояла на столе. Угу. Я выпила. И сегодня вот сейчас выпью. Вот, и Сашке позвонила соседу, здесь у него СТО. Угу. Говорю, Саша, я не знаю, что делать. Он мертвым лежит. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы совершенного преступления, указывающие на признаки насильственной смерти. В настоящее время злоумышленница дала признательные показания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.